Мать, ты пойми, любое открытие сейчас. Это прежде всего бабки. У тебя там деньги, карьера. А на нас все наплевать. Я быть лузером не хочу. Вот если бы можно было вернуться в прошлое. Тебе плохо? Тебе плохо? Все нормально, все нормально, все нормально. И главное достоинство социализма – это уверенность в завтрашнем дне. А что происходит? Бабушка. Слава богу, пока нет. Дед. Какой я тебе дед? Этого не может быть. Здрасте. Никита Киселев угадала? Подождите, а мы что, все на ней поедем? Дети, конечно, да? Нет, сеть хихикать будем. Билет сзади. Билет сзади. Билет сзади. Билет сзади. Я с ними. Еще выгляжу как лох. Ты решил, что по научному атеизму я тебя буду подтягивать. Тебя грешечки не завалит. Интернет бы сюда. Что это такое? Журнал такой. Ломинский? Ну, да, там тоже есть.